Всем здорово, вы на канале Темная Лицингеймс, меня зовут Дима. Я продолжаю проходить игру по Акари первой. И по 4-8 серии игры под названием Парагенератор. Всем желаю приятного просмотра. Я хочу вам сообщить интересный факт. Вы знаете, что игра по Акари первой была разработана немецкой компанией Crytek и выпущена в другую компанию Ubisoft 23 марта 2004 году. Я вот недавно эту информацию узнал, так как я приболел, поэтому решил по интернету пошариться, интересные факты об этой игре узнать. И очень много полезных прикольных фишек я узнал. В общем, игра прикольненькая, классненькая, да, я вижу. Вы по-любому увидели то, что я когда говорю, волнуюсь, я просто еще не привык, как говорится. Говорить на камеру все такое, чтобы меня люди видели, а? Я стараюсь, учусь, поэтому не судите меня строго, а? Так, наша цель данной серии какая именно? Найти прибор ночного видения. Окей. Блин, иди нафиг, а. Пожалуйста. Иди нафиг, а. Я уже заметил, сейчас очень громко. Надо будет, наверное, зайти на строечки и сделать потише. Да, так, получится звук. Громкость эффектов. Давайте вот так вот сделаем. Очень громкие, или просто мне кажется, что громкие. Ладненько, надеюсь, что кажется. Прикольненько, да? Да, вот сейчас веселуха будет, кстати, эта игра очень классненькая. Еще хотел вас спросить просто, как вам вообще эта игрушка? И самая лучшая, вот, допустим, для вас игра в данной серии, какая именно? Первая часть, третья, вторая, четвертая, пятая, столько уже частей повыходило, что уже не сосчитаешь, а? Я последний знаю, это именно Far Cry New Dawn. Так, на фонарь включить. Какая для вас самая лучшая, допустим, данной серии игрушка? По мне, это Far Cry 1. Я уже в скором времени на своем канале буду проходить Far Cry 3, а? Большим удовольствием хочу игру эту проходить. Я ни разу Far Cry 3 проходил. Хоть я знаю, что игра вышла в 2019 году, я не знаю, где я был, но я пропустил эту классненькую игрушку, а? Я много видео по ней смотрел, и мне очень понравилась игра. Я очень-очень давно хотел на канале ее в своем пройти. Стой. Ты падла, а? Блин. Сейчас капец, походу, будет, а? Ты поверните, а? Нихера себе, видели, как он когтями меня фигачил, а? Ебать, его когти были длинные, а? Ты ублюдский тайген, а? Блин, где мне что-нибудь, а? Тварь ты, а? Тут реально мудильский тайген, а? Маленько, все хорошо. Джек, слушай внимательно. Угу. Тут неподалеку находится небольшой лагерь. У их командира есть прибор ночного видения. Он тебе очень пригодится. Внутри регулятора. Окей, понял. Спасибо тебе, Дойл. Маленько, теперь мы узнаем, где нам надо будет найти прибор ночного видения. А именно, в лагере наемников. Туда мы и пойдем. Только, конечно, вырубим сейчас свет. Честно скажу, тут вот данная серия очень темная, и поэтому тут реально нужен прибор ночного видения. Тут реально очень плохо видно. Какие же красивые звезды, да? Игра выпущена в 2004 году, но она до сих пор остается одной из лучших игр данной серии. По крайней мере, это именно мое мнение. А каждое свое мнение. Кто скажет, допустим, что игра уже устарела? Кто скажет, пусть кто поддержит меня? Кто вообще игры не любит? Каждое свое. Допустим, мне очень нравится. Эти игры я приболел, как уже говорил в начале видеоролика, поэтому мой голос иногда будет и лицо, как видите, будет меняться, в смысле, не супер-пупер будет лицо. Так, вот у нас получается, ага, гребаный, блин, твой меч, базучник, так получается, подожди, блин, зря я это сделал. Ну, ладненько, уже спалили меня, черт, как говорится, с ними. Да. Спалили. Но могут, в принципе, меня обойти, поэтому лучше включить бинокль. Ага. Сам соси. А ты тварь, а? Ух ты, ублюдин, а? Или со всех сторон меня обошли, а? Умные твари, бля. Только я прохожу игру на уровне ветеран. Зря, конечно, уровень такой поставил, а? Мне просто было интересно. Проверь свои навыки, смогу ли я пойти игрушку на уровне ветеран или нет. Да, надеюсь, что смогу пойти. Есть. Так, на лодке кто-то приплыл. Это хреноватенько. Ёшкин, да. Сейчас огашу их тихо, аккуратненько. Так, получается. Есть. Давай. Так, получается, у них там, ага, еще сидит, да? Не вышел, ладненько. Потом на винтовке тратить мы будем только по делу, поэтому... Ты зараза, а?
Да ты постелил, реально постелил. Вот ты, блюдок, реально постелил мне зад, а? Да, блин, это мой ботинок, вот играл в игрушку, блин, я же давно не заходил, просто фанкай, метро проходил, поэтому я решил, думал, две игры проходить сразу, а лучше чего, да пойти в метро, а потом уже фанкай, просто у меня немного было времени, мало, так сказать, было времени, поэтому я не мог проходить сразу две игры и упускать, так бы давно бы уже фанкай прошел бы, а? Кстати говоря, скоро времени на своем канале я буду проходить прикольную игрушку Marvel Мстители, думаю, вы все уже знаете об этой игре, много информации, много видеороликов уже. Какая-то версия вышла в этой игре. Ну, я хотел бы это поиграть, но не получается. Так, получается, я был здесь, да? Не, получается... Блин, а где я был? Это уже брат. Ну, ё-моё, а. Ё-моё, я не знаю, откуда... Начинай с самого начала, потому что это будет бред. Так что не обессудьте, что я с самого начала начал. Я просто мало прошел и... Блин, я не хочу сохранять ту сохраненку, где я еще не был. Начинать, я имею в виду. Маленько, что мне дали шанс, так сказать, не просрать жизни. Что такое? Да уж, еще раз повторяю. Игрушка была выпущена в 2004 году, 23 марта, компания Ubisoft. И разработана прикольной и классной компанией немецкой, Crytek. Также эта немецкая компания Crytek выпустила прикольную игрушку, прикольные игры, так сказать, сиквел. И именно Crysis. Думаю, вы эту игру тоже знаете, а? Твою медь, а? Одного убил, а? Другого нет. Кстати говоря, я на своем канале буду проходить именно и Crysis, с трилогию всей части. Я очень много игр разных прикольных в своем канале буду проходить, а? Блин, да подожди, не выкидывай! Я все оружие выкинул. Блин, я не ту кнопку нажал. Хотел Е, а получилось не Е. Ё-моё. Подождите. Я сейчас развернусь. Видите, у меня голос меняется. Приболел, не попал. Прикольная коробка, да? Мне это тоже нравится. Вообще, вот сама по себе игра прикольная. Ладно, пойду я пешочком, а. Я знаю, что теперь есть у наемников есть подзвучник, у лодка, может же две лодки, еще, в общем, их там очень много, а? Поэтому надо быть готовым ко всему. Не знаю, вот серия эта реально очень-очень темная, тут не знаю почему, но очень темно, блин. Без фонарика тут нихера не увидишь, а. Так, я помню, что еще где-то будет третий тайген, а. Так, ну мы также опять выкинем дробовик, возьмем тихое. Пойдем. Это вот тут он был. В этой местности. Джек, слушай внимательно. Тут неподалеку находится небольшой лагерь. У их командира есть прибор ночного видения. Он тебе очень пригодится. Внутри регулятора. Я понял, Дэйл. Этот раз ты хрень меня, сука, жить типа имеешь, а? Вастика его и же шитил, да? Прикольно, ничего не скажешь, а? Ну то я крутой мужик, ничего не скажешь. Альфа-самец. Ай, блин. Да, мне еще многому надо учиться. Я правда хочу, чтобы у меня канал мой стал прикольный, популярный, интересный, как у моего друга Данила. Хотя у него очень классный, прикольный канал. Я, конечно, канал еще рекламировать не умею. Но все такое. Но у него реально классный, интересный канал. Поэтому я ссылку на его канал как-нибудь оставлю в описании. Зайдите, заходите, смотрите. Вам его канал точно понравится. Потому что мне очень нравится. Я хочу также сделать крутой канал, именно чтобы мне тоже много людей смотрели мои видеоролики, как у него. То, что у него правда интересный, прикольный канал. И он вообще молодец, реально. Ну и другой модель коллег. Тоже прикольные видео снимает. Сейчас он проходит игру «Один из нас». Прикольненькая игрушка, реально интересная. Так, блин. Подождите. Поэтому, реально, они молодцы, а. Я хочу быть похожим на них. То есть, в смысле, именно повторять за ними все. А после, чтобы такой же делать классный, интересный канал, чтобы люди тоже смотрели мои видеоролики. Маленькой. Говорится, меньше болтовни, больше дела. А то сейчас я уже столько буду болтать, что перед серией не пойду. Есть. Минус один. Они меня все равно по-любому спалят, а? В любом случае, это неизменно. Потому что у меня... Я напомню, что... Ой, извините. Я запнулся. Напомню сказать. Я прошу игрушку на уровне ветеран. Поэтому тюблюки... Меня спалят. Это факт.
Ты пизда, где пальма, а? Здесь почему? Я уже хрена с красного выстрелил в руку, да? А он блин живучая мать. Какого? А ты сдохнешь, а? Наконец-таки, сколько раз я ему руку выстрелил, бишь, он не вздыхал. Так, получается, подождите. Эй, у вас не может быть двое, у вас было больше в тот раз, а? Вы где-то в джунгли находитесь, да? Так. Первый. Он, походу, наверное, там с кем-то говорит или нет. Мне кажется, да. Только что меня на винтовке не глушитель, а? Я сомневаюсь, что их двое. Так, ну пока только он один спалился. Нет, это перебор. Их не может быть двое. Никак не может быть. Ладно, пойдем дальше, а? Кстати, гадите, тут прикольный миномет, да? Я не буду его использовать, потому что он так себе. Я хоть его не пробовал, но я, скорее всего, думаю, что он реально говно. Ой, я же говорил. Я же говорил, что их здесь больше, чем двое, а? Зараза, решил со спинами отойти, а? Так, подождите. Давайте сначала. Упачи. И что это у нас? Видели? И там и чувак, да? Он, походу, сдох или завис, я не знаю, но прикольненько на него посмотреть. Чувак решил сзади меня обойти, серьезно, блин. Так, тут очень темно, блин. Очень капец как темно, поэтому тут хреново видно, а? Так, ладненько, я возьму у тебя патроны. Правда, не то оружие, которое я хотел. Но тем не менее. Ладненько, патроны, в принципе, больше не возьму. На тихо, потому что я уже везде собрал их изначально. Ладненько, пойдем по зарашим джунглям, по темным местечкам, и поубиваем много наемников. Ведь наша главная цель данной серии именно сейчас цель. Найти прибор ночного видения. Погибли наемников. А потом наша цель может измениться. Ладненько, тут сейчас главное не дрейфить, не бояться, быть самим собой и идти вперед. Сверхпонятой головой по жизни. Понятой головой, если буква как-то правильно говорится, а? Еще не судите строго. Кстати, очень красивое море в игре, хоть и где. Уже 16 лет. Реально, вот 16 лет в игре, но оно до сих пор остается классное, интересное. Правда, мне вот очень игра это нравится, а? Первый раз я в эту игру поиграл, когда мне где-то было лет, наверное, 10-9, где-то так. Я примерно не помню. И то я до конца так и не прошел ее. Я очень там боялся тайгенов, блин, тех мутантов, а? Все не смог игру осилить, а? Блин, где же ты, придурок, а? Там я убил гранатометчика, но я больше уверен, что их там больше, а? О, как я и говорил, а? Фиг. Видите, сколько же вас там, а? Блин, где-то он рядом получается, в общем, рядом. Капец, как рядом, а? Грубо говоря, я над головой у него, получается. Ты ничего там не видишь? Ваня, какие вам подарочки, а? И явно очень рядом. Блин, я же говорю, я там с ним был, а? Вот, блин, Ваня, уже погнали с Сэмочкой. Блин, Дима, пока ты пережимаешь эти клавиши, а? Тебя могут убить легко, а? Ваня. Блин, я после темноте я не так, в принципе, вижу, а? Небось, сейчас я же говорю, приболел. С этих мудаков я... Блин, еще и бессмертная, сука. Ты в полной заднице, приятель! С тобой согласен я. Подкрепление. Эй, ты, какое подкрепление? Ты где? Ведь куда ты убегаете, а? Я тебя тоже запомнил, а? Еще и подкрепление хочу привезти, а? А, блин, где же ты, а? Хрен вам, а не подкрепление, а? Мудаческие вы ублюдки. Да, я, конечно, очень ваханулся, но просто потом сейчас меня в глазах просто двоится. Не вовремя, конечно, я заболел, но тем не менее я не мог игру не допойти, а? Поэтому даже в таком состоянии я все-таки решил ее допойти. Думаю, вы оцените мой подвиг и поставите мне лайки. Лайк хотя бы один. Уже будет приятно. Напишите ваши комментарии.
по поводу моего не очень крутого, но может даже интересного прохождения этой классной игры. Маленький, давайте все-таки пойдем, меня так обойдем. Не будем шариться, ну, в миду. Обратно возвращаться, а именно так уже пойдем. Ого! А вот и лагерь наемников. Видел Трайгена, который сбежал. Какого он типа? Какого? Откуда мне знать? Им никто метки на трусы не пришивает. Один из мелких. Он уже сдох, когда его нашел. Но если он был дохлый, кто убил его? Не знаю и знать не хочу. Ты хочешь? Это полюбать, говорят, Пальчака. Я больше чего 100% уверен, что именно говорит по меня. Да уж, жизни мало, а тут реально темно. Может, зайти на стройки и как-то, быть, сделать поярче, что ли, контактность, это так вот, что ли, применить. Ну вот, посветлее, это как-то очень темно было в игре. Надо было сразу это сделать. Так, там еще их очень много, как вы видите, да? Прям их дюжи-дюжи много. Честно, меня по любой спалят. Я больше чем уверен. Где-то тут чувак находится. Эй, кто там ходит? Так, минус один. Угу. Блин, зараза. Жалко, что кусты такие маленькие. Просто я хочу посмотреть со спины их обойти. Но сомневаюсь, что мне это получится сделать. Знаете что, я по крайней мере постараюсь это сделать реально. Дальше проблема, мне кажется, с освещением именно моим. Приходится просто ждать день, я уже, в принципе, много раз это говорила. Это, конечно, на самом деле очень плохо. Ну, в принципе, скоро времени, когда у меня деньги появятся, я куплю себе софтбокс и поставлю его, и мне уже будет намного лучше видно. Но просто сейчас с деньгами напряженка, поэтому их сейчас нету. Черт! Что за чертовщина? Да, я, конечно, не так хотел обойти их на самом деле. Я, конечно, совершенно хотел не так их обходить. Блин. Ладненько, дубль 20 на 2. Сейчас подождите еще раз, извините меня, конечно. Так же задел настройки, а. Вот чуть-чуть, вот так вот. Ну, даже, знаешь, потемнее, должна быть серия именно сделана потемнее. Я, конечно, могу еще побаловаться настройками, да ладненько. Так, дубль 20 на 2. Дима Баран. Идет вперед. Так, получается, этого чувака надо убить. Ага. Блин. Шкала поднимается. Где ты, придурок? Где ты? Что за хрень? Поспи, придурок, а? Очень ты громкий, а? Блин, ну, надо попробовать опять обойти их. Значит, только это сделать теперь намного проще, именно тише, аккуратнее. Не выдавать себя. Я приду за тобой, ты по-другому залепечешь. Это я тебе обещаю. Еще посмотрим. Ой, переживай. Трайгены, уж не бойся трайгенов. Лучше бойся меня. Потому что они до тебя уже не доберутся. По крайней мере, живого. Точно. Так, Ванька, я думаю, вот так вот вообще обойти. Вот так вот. Фу-фу-фу. Ведь тут рядом прибор ночного видения находится. Блин, поднимается шкала. Эй, кто там ходит? Кто у меня? Фух. Ну, сади, придурок. Если Кроу узнает, чем мы тут занимаемся, он отправит... Если Кроу узнает, это придурок в шляпе, который в самом начале меня хотел найти, а? Не знаю, что я ему сделал, а? Ну, что-то явно... Самое главное, тупо лампа, видите, да? Она не вырубается. Смотрите. Лампа не вырубается. Все честно как-то тупо получается. Я представляю в нее, да? Лампочка не лопается. Что здесь произошло? Честно, я понятия не имею. Фух, блин. Ну вот, стою я в ночной смене и слышу, как что-то ломится через лес. Я наложил в штаны по полу. Взял дверь на прицел и только повторял. Ну все, теперь я или Трайгены. Да это оказалась свинья хренова. Обычная вонючая свинья. Уж отыгрался я на ней. Я плюс моя пушка равно мертвая свинья. Так что сегодня у нас в меню ребрышки. Интересный факт, интересный, блин. Ребрышки, я люблю ребрышки, это вкусненькая тема. Маленько. Фух, пока вроде бы рубин 20 идет все хорошо.
Ублюдок, ублюдок, да, я ищу тут ублюдока. Он прям очень ярко. Я тебя вижу! Это что за бред был? Это какой-то реальный бред был. Что это за фигня? Я вообще не понял. Ух ты, сука, блядь, такой по мне просрал, ублюдок. Видите, как у меня быстро коктейл, блядь, офигеть, да? Кстати, как освещение мне уже стало потусклее, я вижу, блин, да? Сразу, блин, как-то побыстрее серию закончите. Да, уж я не думал, что так серия долго растянется, а? Мудачок, такой план. Такой план не просрал, ну мудак, а. Блин, я так уже настроился, уже готов, уже все зашибись было. Всех поубивал, этот придурок мне все просрал, а. Где мудак, все мне пересрал, а. Я не понял, как он так быстро меня завалил. Спи, придурок. Полковника? Это шутка? Когда он служил, он был сержантом. Он даже не офицер. Не может быть. Правда? Он сам мне это говорил. Нет, ты гонишь. Он ни с кем не разговаривает. А если бы и разговаривал, то ни за что бы в таком не признался. Как знаешь. Но посмотри, в каком дерьме мы оказались из-за этого командования. Не смог справиться с одним единственным парнем. А сейчас уже говорят опять же. Опять же говорят про Джека. Да, ваш Алик не смог со мной справиться, а? Это точно. Фигово вы, наемники, а? Вам зря деньги платят ваши работодатели, а? Ладненько. Эти придурки сейчас туда пойдут. Так, получается, тут где-то находится еще механик. Блин, я сижу или стою? О, я сижу. Тут рядом со мной находится механик. Он около машины, как я понимаю, да? Да. Блин, ну... Да. Что это было? Есть. Фух, оказывается, их там было двое, не один только механика. Да уж. Я, честно говоря, в ахере. Надо сказать, очень в ахере. Точно никого больше не горе, а? Опачи, пулемет. Вау, круто. Ну, в принципе, думал, мне не пригодится, а? Так, надо сейчас найти, будет уже наконец-таки прибор. Что здесь произошло? Тварь, а? Есть. Значит, прибор еще один, и уже отсюда свалить, чертов собачек. Это ни до чего меня теперь не убьет. Есть. Все. Так быстренько общаемся. Уже время дофига. Я уже очень долго прохожу серию, поэтому надо побыстрянчику, а. Деть. Все собрать. Так. Выбить чертям эту рацию. Вот. Бля, опять забываю, что на Е открывает дверь. Вот и прибор. Вау, классный прибор. Я пойду патрончики на гранатомет соберу, а просто мне реально нужны они, а? Пойду уже дальше, а? Так, в принципе, серия очень долгая получается. Вы, конечно, не судите столько меня, что серия получается очень долгая, а? Я планировал изначально ее быстрее пойти, а? Это просто, бред, ты как меня. Дофига раз меня убили, как вы сами видели, в принципе, а? Поэтому она получилась такая долгая. Так бы, конечно, я очень быстрее бы прошел бы, а? Получится, да. Ха-ха, бля, поджидал меня, нифига я его защитил, да? Так вот, опа, а так вот, так вот, люблю я так делать, а? Не, правда, вот, молодцы разработчики, а? Ты, молодцы, реально. Так, получается, ты, придурок, даже еще не понял, что я тут, да? Знаете, что мы сделаем? Одним ударом всех, просто бах и все, да что с ней, блин, церемониться я не хотел, а? Тем более, гранатомет я особо не использую, а? Так, ну, сейчас. Поэтому решил попробовать. Тут я всех убил. Тут я тоже всех убил. Поэтому можно идти дальше. А вот видите, водка, да? Ха-ха. Я водку повредил. Шарника. Пойдем возьмем шиперик. Пойдем дальше уже, а?
Правда, серия получится очень долгая. Только еще раз извините меня, то, что серия получится долгая. Следующую серию я постараюсь сделать пойти быстрее. Ну, в смысле, не вздыхать, как сейчас, здесь я много раз. Думаю, следующая серия мне уже лучше станет. Я смогу ее пойти нормально. Не умирая. По-тупому. Понял, в данной серии я, честно говоря, очень, ну, сказать, два раза точно сдох по-дебильному. Чисто из-за того, что, блин, просто был невнимательным, а? Ваня, кричи, Перик. Ты мне очень нужен. Погнали. Так, поедем, наверное, вот так вот, да? Лево-лево едем мы. Опа. Не ожидал я кого-то увидеть. Не знаю, кто там есть, но там кто-то есть. Хочу туда выстрелим. На всякий пожарный. Лучше два раза, а. Там по-любому кто-то есть. Ну, скорее всего, так думаю, а. Ну да, я же говорю, правда, там был пулеметчик, а. Не зря я этого выстрелил. Хоть там еще, походу, на орке, наверное, есть. Ну да. Получается, вот так вот. И... Блин, куда я стреляю, а? Здесь лодка за камнем, а? Ну-ка, лодка за камнем. Эй, куда это получается я? Паленька, черт с вами уже. Так уже. Эй, что так видели, это баг какой-то, а? Гори, гори, ясно, придурок. Ну, один как тут зачистил. Почти зачистил. Нет, еще лодка, офигеть, да. Блин, тихое оружие, хорошее, но... Блин, не-не-не. Фух, надо дышаться, включить приборку. С ним немного лучше будет видеть, придурков, а. Он аж прям манди, да еще кто-то сюда идет, а? Опять же за помощью, а? Вы за того боли уже вечно убегать. Хера вам не помощь, а? Ух ты, мудащива. Так, конечно, прибор не вечный, но мне очень помог. Классный прибор. Пойду я быстренько обшарюсь, возьму там патрончики, может, даже снайпер был, а? Может быть, в принципе, не факт, конечно, но тем не менее. Реально, прибор ночного видения, прикольная вещь, мне очень понравилась, а? Да, уж проблемка с освещением, конечно, у меня есть. Но главное, чтобы меня было видно. Я правда, если бы была бы возможность, были бы у меня деньги, я, конечно, там купил бы себе еще получше освещение бы. Не ждал бы, пока день наступит, все-таки я был прав. Чтобы, значит, только днем снимаю, если с вебкой, видеоролики. Получается, я только жду день, чтобы открыть шторы, включить свет, чтобы меня более лучше было видно. Ну, думаю, когда я куплю софтбокс, и там видео поставил, мне планики дали такой софтбокс, но для начинающих стримеров он стоит около 2000. Вот, когда будет возможность, я куплю его, поставлю себе, правильно установить, и думаю, меня будет лучше видно, и я смогу записывать видеоролики не только днем, но и вечером. А то, честно говоря, только днем видеоролики записывать, знаете, как-то надоедает, а? Ну, именно с вебкой. И, конечно, также я буду некоторые... Ой, опять выкинул. Опять я выкинул, блин. Как забрать теперь, а? Блин, забываю вечно. Также игры будут проходить и без вебки. Я не все игры будут проходить с веб-камерой. Я некоторые с вебкой, некоторые без. Ну, когда как, хочешь сказать так. Валика. Оружие, походу, уже не заберу. Блин, у тебя, честное слово, тебе... Не знаю, как себя назвать. Тут у нас гранатометчик. Получается, это у нас два придурка. Это... Угу. Это получается... У нас тут еще кто-то есть, 100%, я уверен. Ну вот. Говорю, но если он был дохлый, кто ну-ка. Убил его? Не знаю и знать не хочу. Ты хочешь? Я хочу. Блин, у меня реально нужна пушка. Почему я не могу забрать ее? Она куда-то исчезла, видите, да? Может, сейчас машину отгоню? Машина целая, но... Ваня, как сейчас, не могу, уже пойду без машины, а? Думаю, так где-то прокрасться, а? Просто без... Тихого оружия, без МП-5, мне будет проблемно пройти вот у меня это место тихо, а. Ладненько, я думаю, сначала вот так вот обойти. Опа, еще и снайпер. Так, получается, у них еще гранатометчик, да?
Так, гранатометчик я слил. Теперь на машине в придирке. Есть. Так, получится последний придирок. Прикройте справа. А, прикройте справа? Ну давай, давай. Где ты? Так, нога у него там, ага. Ну сука, он не сдох, походу. Или сдох? Нет. Валика. Да просто ради прикольнейший, понимаете, просто хочу слить его издалека. Ну что-то... Ух ты. Эй, ты мудила. Мудила, ты реально охренел? Где ты, придурок? Кошки-мышки будем выгнать. Нифига себе, у меня, сука, вас пол застава. Тут блюдок тупой, а. Ваника, ты там и остался, да? Ваника, сейчас с тобой. Сейчас я с тобой приду, а. Сейчас я могу на машине поехать. Ну там, в принципе, машина уже есть, поэтому нафига. Если быстро-быстренько патрончики соберу, аптечки, может, там чуть-чуть найду, а. Блин, костерчик прикольненький у них. Ваника, патрончики. Все, чувак, я иду за тобой. Ну, в принципе, я думаю, прикольно, я всех слил. Единственное, я лоханулся с этим чувачком, а. Какой-то я мои кошки-мышки играли, точнее, на передышке. В итоге он меня распок застал, падла. Ну и сейчас повторяю, я просто правда приболел и совершенно не супер сейчас классно играю. Когда я выздоровлю, я намного лучше буду играть. Думаю, уже скоро, очень скоро серия завершится, а? Так, получается опять приборку. И просто найти нужно не чувака этого, а именно патроны на гранатомет. Хотя, хер я так найду. Маленько, ну, сначала чувака убьем. Не, броню пока брать не будем, а. Потому что он может меня сейчас тоже лохануть, как тот чувак, и так же в жизни. Как я и сказал, поиметь. Я, в принципе, ванговал. Знал, что так будет. Так, ладненько. Патрончики. Аптечки, фильтры, все что... Ой, какие фильтры, блин. Метро переиграл. Я имею в виду аптечки, аптечка, бронежилет. Я просто реально в метро переиграл, поэтому уже путаю, блин. Я в последнее время только после метро играл, как вы знаете, думаю. Поэтому уже, знаете, просто только мысли о метро. Кстати, в скором времени на своем канале уже, ну и в скором времени я вообще просто буду покрыть все части метро. Лучшие одежды, исход, два полковника, история Сэма, я эти части не проходил. Лучшие одежды я проходил, да, не отрицаю. На плохую концовку, а? Это я хочу пройти на хорошую. Но вот исход и все остальные я не проходил, поэтому очень хочу их пройти. У меня, оказывается, давно куплена игра, но как время не доходило, я руки не дошли, или, как сказать, времени не было, чтобы пойти в метро и исход. Видите, да, оружие застыло в воздухе. Ха. Я взял тихое оружие, блин, класс. Жалко, только патрона у него нет, да? Да, супер, ладно, погнали дальше. Такая прикольно, тут можно вид от первого лица делать, от третьего лица делать. Класс, да? Видите, как Джек прикольно выглядит, да? С твоей красной гавайской рубашкой. Ну, я думаю, я еду правильно, а? О, сколько? Офигеть, ну тут и засада была. Так, она как-то всех убил. Вроде бы всех. В принципе, если не убил бы всех, меня бы уже бы начали гасить. Так, я объеду, вырублю фонарь. Опа! Видели, как я прикольно припарковался, да? Прикольный был класс, такой был четкий, блин. Не ожидал, что еще что меня кто-то будет тут ждать. Я даже, честно говоря, очень рад. Я их тупо всех изрешетил, да? Посмотрите, круто, да? Такие качки вроде бы, такие альфа-самцы, а я их всех повалил, а. Давайте подарочки вам оставлю, а. А каждому куда попаду, туда попаду. Вминается вот именно в голову их, а. Жалко, конечно, что я никак Дэдпул, а. Не могу быть чисто, допустим, одной пули двоих убить или троих, а. А Дэдпул реально крутой. Только что Дэдпул 3 не скоро выйдет, а. Мне очень нравится Дэдпул, в принципе, как и многим, я думаю, а. Для того, чтобы вывести из строя регулятор, Понял, тебя дуэл. Ну чё, зачистка пошла. Честно говоря, прибор, правда.
Прикол, правда, очень полезная. Сколько же вас тут, а? А прибор, правда, очень полезный, а? Прикольный, суперски интересный, а? В смысле, очень нужная вещь приборочного видения. У меня очень помог, реально, а? Я тупо включил его, всех убил. Класс, супер, блин. Реально класс. Вот еще хотел вам один вопрос задать. Вообще, вот какие жанры игр вы хотели бы, чтобы я на своем канале проходил? Ужастики, приключенческие, шутеры, онлайн-игры, допустим. Я, кстати говоря, на канале своем онлайн-игры буду проходить и записывать видеоролики. По World of Tanks, по Warzone. Кстати говоря, эту игрушку начал недавно играть. Она прикольненькая, бесплатная и очень интересная. Я очень много на канале своем игр буду проходить. Какую вы хотели бы... На моем канале видеть именно прохождение игры, допустим, в данный момент, когда я пройду Far Cry 1. Вот какую? Любую игру, какую напишите в комментариях, я ту и буду проходить, а? Может, я, допустим, хочу на своем канале пройти вот 4 сентября, мстить Марио Мстители, который именно будет в заказике 4 сентября. Я хочу эту игру проходить, начать, но могу, конечно, пойти в другую игру. Просто напишите в комментариях, какую бы хотели бы на канале игрушку, чтобы проходил у меня прохождение игровое увидеть. Любую игру. Так, ладно, давайте воспользуемся сейчас биноклем сначала. Ага. Потом получается, тут их двое, давайте сразу сольем их. Угу. Получается. Ха, видели, один человек такой с усами, такой, что такое, что, почему, откуда? Ваника, я почти подошел к нашей финальной стадии, к финалу серии. Вертолет. Ага. Так, вертолет. Летит в полет. Надеюсь, я попаду в вертолет. По крайней мере, постараюсь. Так, где он? Ага. Есть! С первого раза! Я реально с первого раза бью вертолет. Блин, обычно у меня получается только с второго или с третьего раза. Ух ты, сука. Есть. Вау, обычно у меня получается со второго или третьего раза сбить вертолет, а тут получилось с первого раза. Блин, мне друг Данил посоветовал говорить много обо всем о том. Ну, в принципе, и так это зал, но просто иногда бывает, я просто, знаете, что делаю, стесняюсь. Ой. Блин, стесняюсь я. Так, надо сейчас не спешить. Кто-то еще полюбой остался. Ты нашел старшего техника? Да, приложил его отдохнуть. Я как раз смотрю чертежи. Похоже, что главные клапаны находятся в секциях 4, 5 и 7. Отлично. Теперь направляйся в регулятор. Я отмечу места, куда ты должен проникнуть. Удачной охоты, Джек. Спасибо, Дойл. Но я думаю, это уже будет в другой серии. Кстати, теперь я узнал название другой серии, а именно регулятор. Ну, сейчас завершим серию и уже потом под другую. В принципе, я хотел сначала изначально две серии сразу в одной записать. Но потом уж, так как я эту серию проходил очень долго, я не буду этого делать. Где вы? Сука! Сзади? Серьезно, сзади, блин? Вот ублюдки, бля. Как так-то? Я вроде биноклем посветил, никого не было. Магия. Да, я в принципе... Так. Ага, боите генераторный комплекс. Окей. Я же говорю, у нас тут несколько серий. Получится было несколько именно целей было в данной серии. Во. Получится нам найти было техника убить, комплекс, но я, в принципе, это все сделал, а? Опа. Не зря я себя пошел. Совершенно не зря. И броник взял, и патрон на снайперку. Молодец. Маленько, давайте вот так вот уже по дорожке обойдем. Так сказать, завершим нашу данную прикольненькую серию. Видите, у меня вот голос бывает меняется, блин. Это, конечно, не ахти. Поэтому сейчас я эту серию потом отрендерю, выпущу. И... выложу ее. Опа, там давайте туда сходим, может что-нибудь найдем. Блин, голос у меня сейчас сел. Это его время. Надеюсь, 9 серия меня станет получше.
Ну, сейчас же серия завершается. Всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки. Видимся в новой серии. Не болейте. Всем пока-пока.